Привет, вы смотрите канал Ellen Plays Games, меня зовут Лена, и мы с Константином. Всем привет. Продолжаем прохождение игры Dying Light в кооперативном режиме. Так, нам куда? Обратно, что ли, к Раису? К Раису, да. Блин, на другой конец города. Это вообще на другом конце. Давай тут посмотри, рядом есть две сейф-зоны закрытые. Может, откроем их? Давай, иди. За них опыт дают. Давай. Ну, пойдем, давай за мной тогда. Блин, он же не может вылезти на такой вот, только с этой крыши. Не может. Ну, этим оружием тоже можно как бы драться, которое урона не дает, но, ну, в смысле, оно по нулям. Да можно, но... я же вот тех всех зарубил, но я... Там написано, что урон как бы ноль. Да. Урон ноль, но он как бы дает что-то все-таки. А фиг его знает, дает или не дает. Крейн, как слышно? Что такое? Кто-то обратился на 18 этаже. Мы пытаемся удержать ситуацию под контролем, но... К черту, реверанс и Крейн, нам нужен антизин, кровь из носу. Райс обещал два ящика. Целых два. Брейкин, клянусь, я сделаю все, что могу. Боже, поспеши, прошу. Ты где? Опять отстала? Да, Костя, потому что я сражалась и читала текст, поэтому, естественно, я отстала. Так ты не сражайся, беги меня. А я не могу тоже читать текст. Нет, и одновременно когда с ними. Это понятно. А они просто напали на меня, пока я бежала, пока могла бежать, а потом. Так, где у нас тут это? Ага, наверх прыгай. Вот они тут. Ты где, Лен? Наверху. Ага, вот смотри, давай. Там еще кто-то, что ли, или все? Да вроде все. Топчется. Почему он не зажегся? Я же включила. Надо еще, наверное, кого-то убить. Кто-то где-то рычит. Давай посмотрим. Ну, вообще странно. Почему она не подключилась? А, ну потому что здесь еще дофига он внутри всяких разных. Может быть, надо закрыть дверь или что надо сделать? Возможно, давай. А какую дверь здесь закрывать, если тут их нет, получается, что? Да ё-моё, я ж далеко была от тебя. Что происходит? Сейчас набегут. Набегут, уже набежали, и я, короче... Вот, захожу, я закрыл дверь. Наверх. Закрыл дверь, все. Спасибо. Там внизу где-то была она, да? Прям где дверь, вот это вот. Тут ящик задвигаешь, он закрывает ее. Вот этот вот, что ли? Или где-то? Да, 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 а, вот понятно. Этот ящик. Что у нас тут? Тайник игрока. Идем дальше куда-то. Подожди, я а сейчас... А как отсюда это... теперь? А, выбраться через крышу, да, получается только? Или тайник как, не надо. Дожди. Ну да. Выбраться через верх, конечно. Угу. Чё ты там в тайник прячешь? А? Ну чё-то забрал. А, у тебя мало хп. 50. Давай похилимся. И в какую теперь? В ту, которая ниже? Южнее? Да, давай метку поставлю. Так тут они, видишь, как... Ага. Давай вот сюда пойдем. А у нас, кстати, нет... У нас нет времени...
времени, ну, вот, этого задания, что, ну, там, типа, уже надо срочно нести антизин, потому что там Я не вижу никакого отсчета. То есть мы можем тут бегать, несмотря на то, что наши друзья там гибнут? Ну, ладно. Друзья? Ну, относительные друзья. Мы же вроде... А что, сюда не запрыгнуть, что ли? Наверное, вот с этой стороны надо идти. Давай. Нормальные герои всегда идут в обход. Подожди, надо его... Это же этот... Надо освободить. Ты же сказала, очки дают за это. Да-да-да. Спасибо, я был на волосок. 1000? Нормально. Ну. 1500. А почему тебе больше дает? Что-то я не поняла. Что за несправедливость такая? И тут дискриминация какая-то, ёлы-палы. Да, и оружие у тебя раньше ломается. И... Да вообще. Я даже не знаю, что сказать. Чё такое? Что там осталось? Ну, я немножко дерусь, да. А ты наверх пошел как или как тут? Ну да, как бы, зачем их убивать? О, тут громилу надо убить. Ты наверх забрался? Так, надо вначале простых бомжей. Отвлекай громилу, я простых бомжей побью. Так, вроде все, да? Теперь надо его убить. Давай, может, мы в него покидаем сначала чем-то? Да смотри, как я его убиваю. А, надо сразу отходить, да, поняла. Конечно. 1-2 удара и отходишь. Угу. Что-то я по нему вообще не попала. А, все. Вот и все. Кто тут еще? Можешь подобрать эту арматуру его. А-а-а! Тихо-тихо-тихо-тихо! Вы что на меня... Откуда вы взялись? А вот тут он вылазит внутри. Так, где это включается здесь? Ага. Да блин, сколько можно? Сколько ты будешь подниматься? Надоело. Да ёшкин же шкот, сдохнешь ты? Ну наконец-то. Ж пол не полутать так, просто. У меня оружие сломалось одно, подожди. Я его разберу. Тут надо взять замену. Ломик. Сколько урона? А я с этим хожу? А я не вижу вообще его оружие здоровое. Где оно? У меня его нет даже. Ну тут валялось рядом с ним. Так а чё, мы тут заюзали что-то уже или нет еще? Да. У нас эта сейф-зона уже открылась? Я думаю, да, открылась продуплю. Уже. Угу. А, или смотри, наверх что-то показывает, да? Что это наверх показывает? Забраться, указанное ну место. Давай. Подожди. Да, мы же сюда забраться. Лазили в это для того, чтобы включить эту. Включить электричество, говорит. Это другое место уже, Лен. А мы разве не здесь были, нет? Похоже, что нет. Ну давай, лезем.
Мало мы тогда налазились на этих, да? Ну вот тайник здесь, а электричество еще выше пока. Так, где у нас тут можно залезть? Вот здесь явно. Да, вот это лазить не очень интересно. Вернее, совсем не интересно. Ну да. Ну, лезем. Лезем, конечно. Так, чего? Ну, тут смотри, с этого фонаря. Вид. Угу. Вид на город. Но это, я так понимаю, что за эти подключения тоже нам дают очки же, да? По-моему, да, дают. Так, я вроде бы забрался. Ах ты ж! Да, я забрался. А я свалилась. Включил. И чего, мне дали тысячу. Ну, мне надо забираться наверх теперь к тебе, да? Конечно же. Что тут еще интересного есть? Тут можно по тросу, да, съехать? Ну да. Начинается. Да, ёшкин же шкот. Как сюда запрыгнуть теперь? Ну, давай я к тебе спущусь, наверное, или что? Блин, не. Спускайся вниз. Да я попробую забраться сейчас еще разочек. Если а какой сейчас... смысл? Чтобы по тросу мне тоже можно было съехать, а не вниз спускаться. Ну, смотри сама. Отсюда как? В ту сторону. В какую нам надо теперь сторону? Вот по этому тросу нам надо. Вот по этому? Да. Че, голыми руками хватается за него, да? Да, mm-hmm. Перчаточки. А, и мы здесь же оказались. Да, он, видишь, не совсем съехал. Ну, по лестнице теперь. Что ты будешь делать? А, F. Ну, давай. Неудобная тут сейф-зона вообще. Да. Катастрофически. А тут два вон троса. Один какой-то он в другую сторону ведет тоже. Смотри, угу. Вон туда прям. Да. Как раз куда нам было нужно. Но мы его не задействовали. Да. Мы его не задействовали. О, сейчас рванет, нет? Когда вниз скатится. Поэтому лучше бежать. Да, какого хрена? Вот ты сейчас упал и ну, потерял пол ХП у меня он. Вообще капец какой-то. У меня тоже потерял пол ХП. А почему тогда он прыгал на какие-то скалы и ничего не терял? Спасите выживших. Спасите выживших, давай спасем. Крейн, ты где сейчас? Даже не знаю, где-то на полпути. Тебе нужно кое-куда забежать. Зачем? Наши ребята потерялись где-то возле рынка. Но это же не мое дело. А я тебе поручаю. Найди их или даже не трудись возвращаться. Мы буквально висели на волоске. Ты явился как ангел-хранитель. Спасибо тебе, спасибо. Пожалуйста, вот, возьми. Это все, что у нас есть. Ты забрала у него улучшение, награду? У кого? Нет. Ну, одного из этих типов. А да мне... ладно. А он мне ничего не дал. Просто спасибо. Ну, очень... Ха-ха-ха, откуда я могла это знать? Они каждый раз их дают, что ли? Да. Я никогда ничего у них не забирала. Идем вон туда, да, найдите пропавших. Ну, пойдем. Так, ты опять отстала, я да? Я не отстала, я бегу прямо туда, а ты куда-то... В смысле, ну на метку бежать же, правильно? Угу. Ну я вообще-то намного впереди тебя, тебе не кажется?
Ну, вот я ж решила под мостом пройти, а ты решила по мосту, поэтому я теперь возвращаюсь, чтобы тебя догнать. Нормально так. Я жду тебя, давай. Давай, у меня на хвосте красное догоняет меня. Дыхалка закончилась. Все, сейчас оторвусь. И тут аптечки есть, но мы сейчас не будем бить их. И тут это карантинная зона, данж. Кажется, я нашел твоих ребят, и их кто-то разорвал на куски. Обыщи тела, найди чертежи в маленьком конверте. И аккуратнее с ними, они стоят больше, чем все эти дохлые говнюки вместе взятые. Вот вы где, что такое? Что происходит? Там кто-то есть, кто-то стреляет, фак. А ты обыскал уже? Конверт так, нашел? Надо мочить его, да надо мочить. Нет еще, погоди. Вот мразь. Он тебя убил, что ли? Нет, ну как к нему запрыгнуть, подожди. Он с винтовки гасится автоматически. Понимаю. Так, как залезть? Отсюда не прыгает. Может, столб какой-то где-то есть? А, подожди, вот сверху я вижу, а уже откуда. Откуда сверху? Смотри, на крышу надо залезть. Из крыши вот сюда можно перепрыгнуть. Бля, я только на эту херню запрыгнул. А, он меня убил, блин. Столб с другой стороны, Кость. Блять, пидорас. И тебя тоже? Да, я уже перепрыгнул почти. Ясно. Ну? Надо было одному кому-то прыгать, что второй, если что, резнул. Ну, я так и сделала. Но я-то там и умерла. Откуда прыгала? Я со столба, который чуть правее от здания был. Ну да. И где мы теперь от него далеко? Нам нужно снова туда? Ну да. Думаю, да. Ты будешь резаться? Чего ты там валяешься? Я уже резнулся. Хорошо. Да блин, какого хрена ты тратишь здоровье, когда с такой высоты прыгаешь? А когда прыгал, блин, с высоты шестого этажа куда-то, ничего не потратил. Это вообще тут нелогично все это на самом деле. Ну что поделать? Нам надо, короче, сразу как-то... Один его отвлекает на ту сторону, а другой с другой стороны как-то делает прыг. Так, ну давай, как будем действовать-то? Ох, их тут сколько. Чё их тут так много? А, ну вот с крыши, вот с этой надо прыгать. Смотри, вот на эту желтую машину. Подожди, у меня пока сил нет. Фига. Бля, пидорас. Вот он сразу убивает, как так? Я не знаю, смогу ли я тебя резнуть. Ты там ну, так тут лежишь, вроде не что? Стреляет. Он же не попадает в этом месте. Не попадает он в этом месте. Да, конечно. Да ладно. Давай Прикинь. Еще раз идем. Как тогда к нему добраться? Ну, потому что не так, а со столба. Что такое? Нажмите пробел. Хорошо. Так ты к нему уже запрыгнула, да? Да, я правильно да, понимаю? Да, и он меня снял. Ну, в смысле как? Я успела по нему нанести какой-то один удар, и на этом закончилось все. Так что ты погоди врываться, давай сначала там. Хорошо, да? Давай определимся сразу, с какого столба там что и как будем действовать.
Показывай, с какого столба, блин. Ну, я не знаю, он с какого места сейчас начнет гасить. Вот смотри, слева вот там вот, слева столб, видишь? Вот впереди по курсу. Подожди. Он сейчас. Так, тебе подойду. Вот этот столб, да. Видишь? Да, да, высокий. Давай я попробую, короче, его направо сейчас отвлекать, там, где мы дохли. Угу. Оббегу. А ты с этой стороны пойдешь и на него прыгнешь. Я пошла. Давай. Понял, давай. Да? Давай. Лезу. А, он по тебе уже пошел. Пошел по тебе. Ты не допрыгнул? Или допрыгнул? Допрыгнул. Ох, он гасит меня, гасит. Все, готов, пидорас. Все? Угу, угу. Да, напополам его разрубил. Молодец, все. Вот надо было так сразу, а не... Полицейская винтовка. Сейчас я к тебе тоже зайду. Вот черт, у него дамаг какой был. Ну да, не маленький такой дамажище. А у меня дадут полицейскую винтовку или нет? Метательные звезды. Никакой полицейской мне винтовки. Так. Ну так нам что нужно, нам чертежи нужно? Чертежи найти. Нужно найти. То есть нам надо вниз, где тут открывается. Вот, подожди, используйте. Безопасная зона разблокирована. Журнал боевых действий. Коллекция какая-то. Это коллекция просто. Что тут? Что тут? А что происходит? Что я нажал? Что? Ждать. До ночи ты нажал ждать, да? Ну, да, я... да, да. 6 часов спустя. Что, до утра ждем? Подожди, давай здесь посмотрим хотя бы, что тут есть. Может быть, это здесь где-то, нет? Да нет, оно же он показывает. Снаружи? Зону. Видишь, где? А, да. Это там. Ну все, ждем до утра, да, потому что бесполезно. Вот мы с тобой игроки, конечно. Ну, два раза сдохли. Сколько мы с тобой не играли? А, это надо через верх теперь выходить, да? Где у нас? Да ладно, тут нельзя открыть. Нет. Вот лажа. А я не уверена, что я теперь отсюда выпрыгну. А, нет, могу, да. Угу. Да, быть того не может. Могу. Так, как отсюда теперь выбраться? К винтовке нужны снаряды. И же, патроны. Да? Патроны. И сколько? Так, сколько есть. Металлические детали. Используйте. Я какого-то нашел одного. Я тоже кого-то нашла. Используйте. Нет, здесь ничего. Я вот нашел пакет. Иди сюда ко мне. Подойди. Okay, все, нашел. Отлично, тащи его сюда побыстрее. Будешь героем дня. А это не тот ли пакет, который нам нужен? Ну, тот, естественно. Нет, я имею в виду этого. Эй, ты! Иди сюда! Я на антенной мачте. Видишь меня? Что? Я здесь, наверху. Мне нужна помощь. Чего? Хера себе он забрался. Мне нужна помощь. Но мы должны-то этих, наверное. Или что делаем? Пойдем к этому типу на мачте, посмотрим, что там. Опять на мачту? Ну, пойдем. Мы когда-нибудь с этим делом-то разделаемся? Или нет? Ну, не зря он нам кричит. А подожди, вот здесь вот можно забраться. Иди сюда. Где? Вот. Ага. Да, так. Ты нашла верную дорогу. Только тут видишь как? Что? Надо искать. Сюда иди. Откуда? А. Толба нашла? А, ну все, ты нашла. А, подожди. Ну да, сюда, а потом на ту скалу, помнишь, да? Да, да, да. Да, блин, опять он грохнулся. Ворона. Так, теперь тут открыто, да? Не знаю, как насчет открыто, но не по лестнице. А! Фига, я теперь здесь не могу перепрыгнуть.
Что-то я... Вот этот тип, я к нему долез. А как... А, здесь открыто было, а я... Так открыто, я что-то. А я как дура полезла с той стороны, прыгнула и убилась. Думала, что также нужно сюда заходить, к этому Алексею. Чего он от нас хочет? Ожидания других игроков. Помоги мне найти Кристофа, моего сына. Ты же работаешь на Раиса, да? Ну да, для собственной безопасности, но я не могу обратиться к нему с такой просьбой. Мой сын, он еще очень молод. Сперва говорит, а потом думает. Он не понимает, что иногда нужно ладить с людьми, которые не такие уж и хорошие. Он убежал к Брейкену в башне. Хочет стать паркурщиком. Это не самое безопасное из занятий. Его точно убьют, он не готов. Он еще слишком молод. А ты сам не можешь его разыскать? Не понимаешь. Я делаю оружие для Раиса. Если оно не будет готово, когда его люди придут забирать заказ, нас с Кристофом убьют. Прошу, помоги мне. И я дам тебе кое-что полезное. Кое-что особенное, хорошо? Я попробую поспрашивать в башне. Если что-то узнаю, сразу тебе сообщу. Но, по-моему, твоя крыша как-то уж очень сильно тебя пугает. Подумай об этом. Блудный сын, награда 5000, чертеж, классика жанра. Но это потом мы будем делать, да? Да, думаю, мы это будем делать потом. Ну, погнали. И тут ты умудрился впереди меня прорваться. Что значит тут? Везде это происходит. Всегда. В том-то и дело. Тебя треснуло? Да. Вот так тебе и надо. А я, ну, вот, а я пойду другим путем. Я вот здесь вот прыгну. В смысле другим путем? Ну, чтобы не треснуло, в смысле. Алкоголь, кофе. Ага. Да. Бежишь? Так, бегу, а куда бегу? Бегу за тобой. За мной. Костя, я не такой человек. Мне нужно знать наперед, куда мы бежим, и главное, зачем. Давай спасем пленников. А как пинаться? Что это, какой кнопкой? R? Какой кнопкой он пинается? У меня на правой. У тебя не знаю. Блин, где у тебя этот сраный пинок? R? Нет, T, батарейка. Где? F? Чем он пинается? Не понимаю. А, на I. Вот тебе поджопника, поджопника. На, на. Я не на ту кнопку, как обычно, давила. Можешь развязать нас? Да, сейчас только все залутаю. Эй, мы здесь. Я рад, что их больше нет. И что теперь, у кого забирать награду? Сейчас посмотрим. Вот. У моего. У какого же еще, как не у твоего? Конечно. Боже. Ты смотри, груз рядом. Сходим? Вечное соревнование. Кстати, опять это в том же месте. Мы здесь же. Костя, давай уже добежим, отдадим Раису. Но там же люди ждут. Да, антизин. Ничего с ними не будет. Подожди. Так, давай мочим их. А, он уклоняется, ё-моё. Ну да. Да, да, тут тихо, аптечка. А подожди, а ты из винтовки можешь пострелять, или ты не хочешь этого делать, потому что это... Ну, ты думаешь, у меня патроны есть, я еще даже не смотрел. А там просто винтовки, ты даже не посмотрел. Если начнем стрелять, прибегут эти. Которые быстро бегают. Я просто знаю, что огнестрел тут вроде не очень как. Так а чем мы тут отбивали? Пустой ящик? А, вот этот, второй.
Почему пустой, Лен? А один всегда пустой, да? Ну, один всегда пустой. Комплект аптечек. Угу. Просто вот эти наборы помощи ЧС отдаешь кладовщику, и там этот выживаемость качается. Хорошо. Ну, побежали дальше. Думаю, можно с уверенностью сказать, что местные Раисы не любят. Зато они его боятся. Знаешь старую поговорку? Если можно выбирать лишь одно, пусть лучше боятся, чем любят. Макиавелли. Точно. Умный был мужик. Вот уж никогда не поверишь, что тут какие-то бандюганы. Хотя, с другой стороны, тут могли, конечно, быть какие-нибудь, которые читали Макиавелли. Так, вот здесь где-то, ага, запрыгивать придется. А, это та, вот которую мы пытались ночью один раз, а потом ты мне сказал, да ладно, мол, не будем сейчас идти. Или да, это другая, да, уже? Да. Или а может, какая-то другая? Другая? Нет, не знаю. Где-то, да, мы здесь лазили. Сейчас будем. Вот ненавижу вот эти вот, когда в проходы прыгать, потому что у меня он не с трудом, попадаешь? Не с первого раза, да. Ну, тут легко. Тут оказалось легко. А дальше куда? Ну, на перила и на крышу. Ох, тут их. Зомби хоть хуямби. Костя. Ну, хотя, если ты так умеешь, то почему бы и нет, собственно. Я по-всякому умею, Лена. Хорошо. Дай залутаю. Давай. Мне нужен металлолом. Лутай. Я знаю, что ты чайка. Отменная. Подожди. Тут считай, это называют хомяками, а не чайками. Чайка — это немножко другое. Чайка — это тот, кто моментально успевает из-под носа всех остальных выхватить лут, который рассчитан только на одного. А здесь же всем членам раздают лут всегда. Так что я здесь скорее хомяк, чем чайка. А вот ты реально был чайкой, потому что отбитый при моем содействии этот пулемет или что-то там забрал, винтовку, да, она досталась только тебе, а ты даже не посмотрел ни на ее дамаг, ни есть ли там вот вообще... Смотри, сюда можно прыгнуть в кучу мусора и дамага не получить. Можно по тросу съехать. А это в какую сторону нам надо двигаться? И ты прыгнул? Нет, я думаю, что безопаснее будет съехать по тросу. Правда, не совсем в ту сторону, куда нам надо, но ладно. Я так бы сказала, что вообще совсем не в ту сторону, куда нам надо. Куда приехали, непонятно, ну ладно. Что за место? Подожди, у меня есть неиспользованные очки навыка. Да? Ну хорошо, используй их. Можно, да? На секундочку. Конечно. Спасибо. Уровень выживаемости. Куда? Сюрикены. Вот это что? Мастер сборки пусть будет. Так, а это? Уровень силы. Чего? Прочность. Тело становится крепче, может выдержать еще больше урона. Да, давай. Да, думаю, это тебе пригодится, точно. Только ли мне? Тебе нет? Мне тоже. У меня уже открыто просто. Веди. Быстрее бы прокачалась эта скорость бега, потому что что-то... Выносливость, вернее. Как-то так медленно мы... Вернее, ну, не медленно, а он быстро очень выдыхается. Тут есть лайфхак.
А, подожди, куда ты подожди. Пошла? Вот Карим стоит. Да? Вот чертежи. Отлично, на тебя можно положиться. Не то, что на этих алкашей. Райс ждет тебя. Может, мы еще поработаем вместе? Боже, надеюсь, что нет. Все, забираем. Милосердие они принимают за слабость. Дашь им палец, они откусят руку по локоть. Понял? Я дал тебе приют, хлеб, женщин, оружие. А ты не можешь выполнить простое задание. Вас всех стоит отправить в яму. А, явился наш лакей из башни. Принес мне что-нибудь, дружок? Да, принес. Теперь твоя очередь отдать обещанное 2 ящика антизина. А, это вряд ли. Твоя преданность башне лишь слепая покорность, Крейн. Трусливая покорность лживой системе. Ты бездумно следуешь их правилам, как и моим. Как хорошая маленькая собачка. Но мы же договорились. А, твоим друзьям нужен антизин. Догадываюсь, что сейчас, как никогда раньше. Но тот, кто следует чужим правилам, больше не мужчина. Но, так и быть, держи. Ты обещал 2 ящика, тут только 5 капсул. Если хочешь еще, я дам тебе возможность. Боец, Скорпион, Джейд, Альдемир, из ваших. Приведи ее сюда. Я устраиваю бои на арене ради забавы. Хочу посмотреть, как дерется Скорпион. Любопытно, сколько она продержится. Да... конца. Что? Нет, нет, забудь, я не буду этого делать. Не слышу уверенности в твоем голосе, Крейн. Кажется, ты еще не сделал выбор. Будешь верным псом и спасешь жителей башни? Или будешь мужчиной и спасешь даму? Ну же, иди и подумай. Да, блин. Райс такой пафосный, просто из ушей течет. Да вообще. Черт. Найдите уединенное место на крыше и свяжитесь с ВГМ. Красная у нас там на хвосте. Давай убьем его. Иди сюда, мудак. Так, он разлетелся по кускам, что-то я его не найду, ладно, нахер. Это Крейн. Докладывай. Я больше не работаю на Раиса. Он хочет, чтобы я похитил Джейд Альдемир и доставил к нему для участия в гладиаторских боях. Да, и? В чем дело? Что значит «в чем дело»? Я же не работорговец. Кажется, ты забываешь, как важно получить файл, Крейн. Если Раису нужна девчонка, пусть заберет ее, ты будешь рядом и присмотришь за ней, так ведь? Что? Да как вы... Что за хрень? Вы говорите о гуманности? Что к чертям происходит? И, кстати, если этот файл может спасти мир, зачем держать его в секрете? Крейн, тебе платят не за нарушение субординации. Делай свою работу. Да чтоб вы сдохли, уроды. Ты только сейчас начал это понимать, что они тут какие-то вообще... Да. Тогда этого антизина... Вот какого хрена, дурачок, ты тогда его весь, блин, сжег, придурок. Так, нам до башни надо бежать. Да, тупой. Тупой вояк. Побежали? Побежали. Только давай уже не отвлекаться ни на что постороннее, уже доделаем это все и... Давай. Чтобы закрыть этот квест, задание. Говорит Альфи, общий аврал. В башню не поступает газ. Судя по всему, отключение по всему городу.
Причина известна? Нет, и наш газовщик Джефф на прошлой неделе ушел от нас, и его некем заменить. Может быть, стоит разыскать его? Не может, а точно, и побыстрее. Говорят, он устроил себе небольшую крепость где-то за железнодорожной станцией. Брекен, это Крейн, как слышно? Брекен, как слышно? Черт. Джейд, это Крейн, как слышно? Крейн, сколько у тебя антизина? Слушай, Раис хочет... В общем... Он нас кинул, понимаешь? У меня всего 5 капсул. Что? Чтоб он сдох, это на пару дней. Слушай, Крейн, у нас форс-мажор. Вспышка на 18-м этаже. Срочно возвращайся и береги антизин. Что у них за вспышка? Кто-то пострадал, видимо. Сейчас все узнаем. На 18-м. Сколько здесь это заданий? Лифт, да? Где кнопка F? У тебя есть? Ты не к тому лифту подошла. А, раньше был тот, который слева, по-моему. Ну, видишь, у них изменился. Джейд просто сказал мне, что был аутбрейк на 18-м этаже. Антизин у тебя? Давай сюда. Что случилось? Один из наших обратился, и несколько людей попали в ловушку. Можно было изолировать помещение, но Брекен хотел спасти как можно больше людей. У нас не получилось. Кто-то должен был принять решение. И теперь мы потеряли целый этаж. И там были дети. Тебе лучше поговорить с Брекеном. Я отнесу препарат Лене. Ну и походка у нее. Ну, рисовали как могли. Ну, это тебе того, что 5 лет игре. Не корейцы, которые и 10 лет уже, по-моему, назад рисовали таких вумен. С такими походками. Он что, плачет там, что ли? Вот тут нам говорили, в какие точки сбрасывают антизина, а теперь они молчат. Там были дети, а я просто завис. Лена взяла ответственность на себя. Может, ей нужно принять командование? Черт, Крейн, я не лидер. Я долбанный инструктор паркура. Так паркуру они от тебя научились? Брекен, ты показал этим людям, как выживать. Когда я приехал в Харан, знаешь, что у меня было в карманах? Чёртовы визитки. Я думал найти новых учеников, зарабатывать побольше, откладывать, может быть, купить дом и больше не снимать жалкую квартирку. Послушай, давай я сам поговорю с Раисом. Эй, так, погоди минутку. Ты нужен людям. Дай мне немного времени, ладно? Должен быть другой способ. Что-то получше. Ладно. Подождем. Но недолго. Да. Ага. Херовый лидер. Ну, он, по крайней мере, сам это осознает. Это уже... Не херовый лидер, можно сказать. Уже половина всего дела, считай. Пора мне наконец-то сделать что-то хорошее. Найдите уединенное место на крыше и поговорите с ВГМ. А где у нас еще выше? А мы можем туда пешком подняться? Ага. Запросто. А здесь этот сидит. Сейчас второго утешать будем. Рахим, что ты здесь делаешь? Эй, Крейн. Тебе можно верить? Ты сколько выпил, дуралей? Можно или нет? Да, ну и что? Видишь высотку? Разведчики нашли там гнездо прыгунов. Грохнем их, сможем выходить ночью. Как тебе? Мы справимся, точно тебе говорю.
Я подумал, если заложить взрывчатку... Господи, ты же не всерьез. Крейн, мы справимся. Пока эти твари там, мы никогда не наберем достаточно антизина. Это сработает. Мы отличная команда. А! Черт, черт, держи меня, держи меня. Ох, черт. Ну, я же говорил, мы команда. Послушай, Рахим, у нас нет взрывчатки вообще. Единственное, более или менее похоже, это взрыв пакета Спайка. Ничего не выйдет, это невозможно. Ты не понимаешь ни хрена. Я могу только наблюдать, сидеть на заднице, смотреть и ничего не делать. Я не хочу тут сдохнуть, Крейн. Не так. Не так беспомощно. Если умирать, так хоть с пользой. Что это? У меня был самолет на воскресенье. Карантин объявили в четверг. Я уже сумки собрал. Слушай, я буду глядеть в оба, ясно? Если появится хоть какая-то возможность это сделать. Проехали. На крышу. Так, а у меня почему не запрыгивает? Не знаю, не знаю. Это Крейн, как слышно? Да, Крейн, что тебе нужно? Вы должны сбрасывать антизин, хотя бы возле башни. Этим людям нужна помощь. Тебя отправили Харан искать файл, а не изображать мать Терезу. Или ты передумал насчет предложения Раиса? Возможно, мисс Альдемир сама не против сотрудничать, испытать свои навыки в новых условиях. Вы дадите нам антизин, и тогда мы поговорим о том, что хочет Раис. А, ты говоришь «нам»? В любом случае, твой запрос не обсуждается. В министерстве некоторые сложности. Возобновление авиапоставок сейчас политически невыгодно. Вы вконец задолбали, понятно? Вы и ваш чертов файл. Я найду вам этот файл, но я его просмотрю как следует, прежде чем решить, что делать дальше. Ну, хоть наконец-то ты начинаешь прозревать. Крейн, это Джейд. Как слышно? Громко и четко. Чем я могу помочь? Я не знаю, сколько у нас времени, так что кратко, нужна твоя помощь. Раис превратил заброшенную школу в перевалочный пункт. И я думаю, он хранит там антизин. И если бы мы с тобой туда пробрались, то могли бы добыть лекарство для башни. Ты пойдешь со мной? Да, я с тобой. Хорошо. Давай встретимся у вагона на железнодорожном переезде возле школы. Да, и послушай, Джейд, если мы не найдем антизин, нам нужно будет поговорить. О чем это? Запасной вариант. Но не сейчас, Джейд. Сначала давай посмотрим, что мы сможем найти в этой школе. И давайте здесь сделаем небольшой перерыв, а к вам у меня огромная просьба. Если вам понравилось смотреть наше прохождение этой игры, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь ссылкой на видео с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте советы. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, так вы не пропустите выход новых серий. Большое спасибо, что смотрите и поддерживаете. Приходите еще. До скорого. Всем пока!